знаю, что делать! Готовься опустить кран по моей команде! Я не знаю, как он работает! Мне все равно! Будь готов! Но драконов не убивали уже не одно столетие. Со времен Великого Истребления. И если я не ошибаюсь, вы сделали это ради меня. Ты ошибаешься. Дракон просто был у нас на пути. Говори все, что хочешь. Вы меня спасли. За это положена награда. Что это? Это стрелы с Амелой. Прямее, чем луч солнца. Баланс идеальный. А. Спасибо. Так, ладно, погоди. Фу, не то. Говорили с моим братом? Да, сказал, ты утратил талант. Хм. О, и что, я себе любец? Нет. А еще, что мне важнее красота? О, нет. Чем качество? Что я напыщенный? Нет. И надменный? Суетливый? Я знаю, что он думает, но обидеть меня он не может. Проехали. У меня нет на это времени. Нет, 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 нет. Стой, погоди, погоди, погоди. У меня идея получше. Ну? Нужен зуб вот этого дракона. Смотри, где хват... О, не важно. О, что за мерзость? О, что за мерзость? О, а что за вонь? Отлично! Да, сойдет! Ну да, я это трогать не буду. Просто подержи его. А теперь проведи по тетиве лука своего сына. Сделай милость. Атрей, твой лук.
Двух раз хватит. Эй, полегче там. Ого. Вот так. А вы не верили. Как бы это... Я добавил волос. О, я смотрю, ты сам уже разобрался. Молодец. Не то чтобы я хотел объяснить красоту и тонкость своей мастерской работы. Ни в коем случае. Главное тебе помочь. Да. Что приглянулось? Тебе что приглянулось? Слышишь, Синдри? Я серьезно. Чего изволишь? Вообще носил. Красота. И не забывай дышать. Секрет любого ремесла в мелких деталях. Ну, а ты, юноша? А, что-то еще?
А тебе, юноша? Что-то забыл? Есть еще разговор? Ну, когда наши с Броком пути разошлись, я учился в Ванахейме. Было очень познавательно. Я такой, я всегда ищу новые источники вдохновения. В том числе и поэтому мы с Броком расстались. Он не развивался, мы топтались на месте. Да, достигли мастерства в оружейном деле, но что дальше? Перемены — часть жизни. Не умеешь приспосабливаться — останешься прозябать на обочине. В пыли и грязище. Ладно, в другой раз. О, пока вы не ушли. Будь особо осторожны рядом с вершиной. Один там что-то охраняет, а ссориться с асами вы уж точно не захотите. Кто? Мы? Совсем недавно мы охотились только на оленей. И вот сражаемся и с темными эльфами, и с троллями, и с ограми, и с драконом. Мы кого угодно одолеем. Мы побеждаем, потому что у нас есть цель и сдержанность, а вовсе не благодаря своему самомнению. Ага, я знаю, просто... просто здорово быть сильным. Да, понимаю. Приготовься! Yeah!
хорошо, да? Лучше. Вот и он. Мне его разбить? Грубо! Нравится. Хотя странно. Этот не разбился полностью. Я попал по этому кристаллу, но он все равно светится. Еще одна для коллекции. Надо как-то опустить этот мост. Наверняка по нему мы выйдем отсюда.
Еще один. Это Эмир. Мама начинала про него рассказывать, но я был еще маленький. Великаны рождаются у него из-под мышек? Один пронзает его копьем? Никогда не надоест взрывать штуки.
Сюда. Ладно. Вот и все. Стало холоднее. Наверное, мы почти на вершине. Уже скоро, мам. Смотри, вершина! Мы совсем рядом! Твой колчан. Лямка лопнула, когда мы дрались с драконом. Ничего, вроде держится. Стой. Сломанный колчан замедляет стрельбу. С болью можно мириться. С плохим оружием нет. Пока сойдет. Хорошо? Да. Иди. Спокойно, гляди под ноги.
Ты ведь тоже это слышишь? Да, помолчи. Тот человек, что приходил к нашему дому, ты же вроде убил его. На этот раз ты не один. Видимо, дело важное, раз сыновья Тора почтили меня своим присутствием. Ну что, до сих пор из шкуры вон лезете, чтобы впечатлить папочку? Судя по следам, татуированный человек теперь ходит с малым ребенком. Куда они держат путь? Ну а мне-то почем знать? Ты же все-таки умнейший из живущих. И умнейший из умерших тоже. Ты поможешь мне, а я тебе. Скажи, где они, и я поговорю с Одином. Твой отец не освободит меня, Бальдр, и не даст тебе меня убить. Тебе нечего предложить мне, так что бери свои вопросы, свои угрозы, своих тупых дуболомов и проваливай. Мы еще вернемся, и выбьем тебе второй глаз. Не забывай, мы повсюду. Так и будет, правда? А, ну вот и вы, легки на помине. Татуированный человек и малый ребенок. Пройди за ними следом, убедись, что ушли. Да мы же видели. Делай, что сказано. Он не знает, кто ты. И меня это устраивает. А? А ты кто? Я величайший посредник для богов, великанов и всех созданий девяти миров. Здесь я знаю каждый уголок, говорю на всех языках, знаю про все войны и все сделки. Мое имя — Мимир. Я умнейший из людей. И могу ответить на все твои вопросы. Зачем мы нужны сыну Одина? Ну ладно, в моих знаниях бывают пробелы. Один заточил меня здесь уже 109 зим назад. Я умный малый. Я догадаюсь. Обещаю, ты дай мне время. Да ушли они, ушли, как я и говорил. Мать мальчика умерла. Она чтобы хотела... Чтобы мы развеяли ее прах на самой высокой вершине всех миров. О, братишка, так тебе нужно совсем не сюда. Самая высокая вершина-то не в Мидгарде, а в Йотунхейме, стране великанов. Нет! Не может этого быть. Взгляните. Это самый последний известный мост в Йотунхейм. Видите гору, похожую на огромные пальцы, царапающие небо? Вот самая высокая вершина. Не это. Может, пойдем по мосту? У нас есть Биврёст. Когда великаны разрушили все мосты в свою страну, этот они закрыли тайной руной. И знать эту руну может только великан. Но все они очень давно покинули Мидгард. Верно. Но сегодня ветра судьбы подбросили вам странное совпадение. Ведь есть лишь один человек, который поможет вам попасть туда. И, к счастью для вас, я сегодня не занят. Мы ведь идем в Йотунхейм, да? С точки зрения тактики, это лучший и единственный выход. Лишь туда за вами не пойдет тот, кого нельзя убить. Что надо делать? Ура! Для начала отрубить мне голову. Чего? Ни одно оружие, даже молот Тора, не освободит мое тело от этих оков. Но, к счастью, тело и не нужно. Надо лишь найти того, кто оживит мою голову с помощью древней магии. Магии? В лесу живет ведьма. Она это умеет. А захочет? А сможет? Попробуем. Не сможет. Ты будешь мертв. Он ведь пытает меня. Каждый день, брат. Один занимается этим лично, поверь мне.
Его фантазия безгранична. И так каждый день. Это не жизнь. Ну ладно. Я не могу на это смотреть. Брат, сперва послушай, мало ли как оно. Мальчик, чем позднее ты скажешь ему о том, кто он, тем хуже он возненавидит тебя и никогда не простит. Есть многое, о чем он не должен знать. Да? Значит, твои тайны для тебя важнее сына. Ну все, я рублю тебе голову. Я не против. Затерянный мир великанов. Это... Не ко времени. Ну да, я это и хотел сказать. Это мост в Йотунхейм? Он похож на те странные двери. Наверное, Мимир поможет нам во всем разобраться, если мы его воскресим. Ты помнишь путь к дому ведьмы? Да, он в лесу с кровавыми листьями, к югу от озера. Я знаю, куда идти. Надеюсь, она вернулась из Альфхейма и оживит Мимира. Он был хороший, а ты ему голову отрезал.